Жизнь без боли. 12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом. Вопреки распространенному мнению, заболевания суставов поражают не только пенсионеров. Все чаще болезнь пожилых людей диагностируют у детей. В Саратовской области количество маленьких пациентов с каждым годом увеличивается на 10-15 человек. Сейчас на учете у ревматологов стоит свыше 300 детей. Более того, с каждым годом болезнь молодеет. Врачи зафиксировали уже несколько случаев заболевания артритом у годовалых малышей. Причина – неправильное функционирование иммунной системы. Вылечить артрит совсем нельзя. Единственный выход – своевременное и, увы, дорогостоящее лечение. С его помощью на несколько лет может наступить период ремиссии. Оно считается неизлечимым, но посредством хороших препаратов, которые являются оригинальными препаратами, их нельзя заменить на дженерики. Посредством воздействия этих препаратов они не убивают весь иммунитет, они не убивают весь организм, но они помогают детям реально чувствовать себя здоровыми. Дети, у которых уже сейчас наступил период ремиссии, собрались в Саратовском медицинском университете. Ребята приняли участие в праздничном концерте и доказали, что с таким диагнозом можно не только жить, но и творить.